Это самые странные кривые дома в Майнкрафте! Привет! Я повар-обезьяна! Если ты не хочешь, чтобы я съел тебя, поставь лайк и подпишись на канал за 3 секунды! 1, 2, 3! Всем привет, ребят! С вами я, Зомбак! Сегодня мы посмотрим на новые супер-странные дома в Майнкрафте! Этого я точно еще в Майнкрафте не видел! Вы посмотрите, какие они высокие, длиннющие и очень непонятно интересные! Что-то их заставило вот так вот странно искривиться, плюс они очень длиннющие и в длину, и в высоту, и в ширину, короче... Классно, друзья, давайте посмотрим. Здесь у нас Соник, зеленый радужный друг и добрый миньон. Погнали смотреть все 3 дома. Сегодня взглянем. Самый первый, пойдем к синему. Сонику. Ну что ж, закрываем и спускаемся вниз. Вот в эту яму прыгаем. Ага, я немножечко промазал, пытался, друзья. Давайте выйдем, посмотрим, что у нас здесь. Здесь у нас ждут всякие злые Соники и Тейлзы. Здрасте, ребяточки, приветики. Ребят, обязательно поставьте лайк прямо сейчас, если хотите, чтобы я продолжал снимать данную рубрику. Вот таких вот кривых домов. Очень непонятный, очень интересный видосик. Надеюсь, нас сегодня получится. Так, ну что ж, Соники Икзи, давайте, получайте! Ты куда поплыл? Ты наверх решил уплыть, да? А ты теперь наоборот вниз. Ты самый тяжелый Соник из тех, кого я знаю. А ты вот легкий. Так, на тебе получай. Я тут немножечко вам картины поломал. Вы, надеюсь, не против, да? Так, отлично. Давай, давай. Найс, ребяточки. Побеждены у нас Соники. Это что такое? Ага. Так, ребят, чтобы пройти дальше, нам нужно, ребята, угадать пароль от вот этой железной двери. И пароль, какой у нас пароль? Нам, наверное, надо по стрелочкам идти, да? Нам говорят пойти направо. Цифра 2. Окей, цифра 2. Идем сюда. Дальше у нас... куда идти? Куда идти дальше, ребят? Вот стрелочки. Цифра 3. 2, 3. Поднимаемся. 4. 2, 3, 4. Это пароль, что ли? И все? Ух ты, картины всплывают, ребят, смотрите, как прикольно выглядит. Ладно. Итак, давайте попробуем. 2, 3, 4. Не сработало. А если 2, 1, 2, 3, 4. О, сработало, ребята! Зашло, отлично. Я, кажется, какую-то цифру пропустил, но главное, что мы прошли дальше. Ой-ой-ой-ой-ой, слушайте, тут высоко, так что надо быть осторожней. Так, ты давай, лети вниз. На тебе проверим. В смысле? Ты чё? Ой, житель, извини, я не хотел. Так, аккуратно надо, ребят, перепрыгивать. Тут у нас еще жители, но всех спасти я не смогу. Я думаю, что они сами справятся. Главное мне победить монстров. Так, отлично, перепрыгиваем сюда. Давай, солнце, лети вниз. Хорошо, у нас пока очень хорошо получается. Но здесь много разных монстров. Смотрите, миньоны злые, повар-обезьяна. Ух ты. Так, давай, иди сюда, лети вниз. Сейчас мы возьмем себе пулеметик и поскидываем всех этих монстров. Я чуть в самый низ не упал, ребят. Надо быть осторожней, серьезно. Так, аккуратненько. Если я упаду вниз, обратно я уже вернуться вряд ли смогу. Потому что вы видите там какие шипы. Жители там еще стоят, охраняют. О, вот он, Соник, друзья. Мы же сюда ради Соника доброго пришли. А вот он, добрый Соник, привет. А, привет, ты меня нашел. Да, я нашел тебя, конечно же. Погнали со мной, возвращаемся обратно. Ребяточки, погнали. Так, вернулись мы обратно. Соник уже здесь, отлично. А мне дали, кстати, новые пушки. Круто. Вау, это что, базука? Ну-ка попробуем. Пип-пип-пип-пип. Падыщ, падыщ. Полетела базука. Смотрите, что я могу теперь. Ой. Я, кажется, ее потратил. Извиняюсь, ладно, выкину. Ну что ж, а мы идем в следующий кривой, изогнутый вот такой вот дом. Это у нас зеленый радужный друг. Давайте посмотрим, что же интересного он нам там приготовил. Так, ребята, я лечу вниз. Ох, фух, я оказался здесь. Отлично. Опа, на, здравствуйте, монстры. Привет. Я тут все поджигаю. Мне бы очень не помешала эта водичка. Ага, здесь надо идти очень аккуратно, потому что это все поджигается. Ага, то есть если я наступаю, она поджигается. Вот, конечно, хорошо придумали. Ладно, я сейчас постараюсь, знаете, как сделать? А я вот сюда выйду. Так, на тебе, Бокси-Бу, получай. Ладно, давайте, чтобы все было честно, я буду идти по центру. Только надо идти как-то вот так, аккуратно. Видите, да, я только наступаю на плиту, она, так сказать, использует зажигалку и поджигает все вокруг меня. Аккуратно надо быть.
Так, Килли-Вилли, давай, получай! Ай, как в него попасть-то? Нет-нет-нет-нет-нет, ты в меня в огонь кидаешь, я сейчас так сгорю! Эй, ты, Килли-Вилли, брысь от меня! Так, ребят, как здесь проходить? Давайте вот отсюда немножечко обойдем. Так, здорово, желтый! Привет, монстряга! Здорово, эволюционный! Так, отлично. Я боюсь туда наступать, серьезно. Там все огоньком горит. Все реально горит огоньком. Они не получают урона от огня? Так нечестно. Я-то его получаю. Так, ладно, Дейзи, давай получи цветочек. На тебе. Отлично. Справились мы с этой Дейзи цветком. Давайте пройдем отсюда, так уж и быть. Ох, как все красиво. А мы идем дальше, друзья. И это у нас... Ё-моё, бургерный Бокси Бу. А вот и сам зеленый. Что тут происходит? Там еще и трубоголовые. Так, ладно, сейчас мы с ними тут разберемся. Это очень легко, надеюсь, будет сделать. Ладно, я пошутил, это будет нелегко, потому что они очень сильные. Они реально сильные. Вот этот зеленый, видите, какими длинными руками меня просто раскидывает. На тебе! Отлично, одного бургера победили. Я сперва хочу... Ага, все, всех победил. Хорошо. С зеленым я тоже, как видели, справился. Но чтобы пройти дальше, нам нужно найти ключ от этого замка. Может, у меня есть ключик? Эх, нет, ключа у меня, к сожалению, нет. Там интересный сундучок стоит. Так, что у нас здесь? Угу. Лук, стрелы. Окей, давайте их попробуем использовать. Я так понимаю, нам сперва надо в трубоголовых попасть. Так, отлично. И где? Где мой ключ? Может, я луком попаду в замок? Нет, не получилось. Ну как, я попал, но не получилось. Скорее всего, мне нужно попасть по вот этим кнопкам. Так, давайте это сделаем. Сейчас я тут все фонари зажгу, и тогда мне, скорее всего, выпадет ключик, да? Так, ну-ка. О, мне уже его дали. А-а-а, вот отсюда он выпал. Окей, ключ мы уже получили. Ладно, давайте для честности я зажгу все фонари. Так-с, и па-бам, все честно. Так, ребятушки, можем проходить дальше. Открываем дверьку и смотрим, что здесь. Ууу, золотые яблочки, круто, возвращаемся обратно. Отлично, друзья, и остался последний желтенький домик с миньончиком. Я думаю, что я приведу тебе твоего друга миньона, так что скоро-скоро будет он тут, жди, Соник. Ну что ж, идем в желтый супер искривленный дом, вы посмотрите, как здесь можно жить, он же скоро обвалится. Реально упадет скоро. Летим вниз и оказываемся в желтом кривом доме. А вон и миньон, друзья, стоит наверху. Только на меня тут всякие монстры уже нападают. Ребята, радужные друзья, помогите, помогите. Друзья, нужны ваши лайки срочно, чтобы я с ними справился. Поставьте срочно лайки. Так, тут диджей гигантский на меня напал. А, еще и мам длинные ноги. Все-все монстры сразу против меня скооперировались. Так, ну-ка, давайте-ка подальше от меня держитесь, а? Ну, пожалуйста. Так, отлично, хотя бы этого монстра победили, ну, айс, ребята, хорошо получается. Давай розовый, все, сожгли, класс. Остался еще папа длинные ноги, надо спасти как-то миньончика. А, опять мне нужен ключ. А, ну, у меня он был, ребят, стоп. Куда мой ключ делся? Я, ребят, куда-то потерял ключ, у меня его забрали. Походу, у меня забрали его после второго дома, и мне опять его надо будет искать. Так, как мне забраться вон туда наверх? Там есть ключик и миньончик. Миньон, я тебя сейчас спасу. Окей, вытащи меня отсюда. Я постараюсь. Мне как-то забраться наверх надо, но тут везде в два блока высота. Так, о, я вот отсюда могу залезть. Отлично. Сюда паркурим. Так, сюда залезаем. Ура, мы залезли. Миньон, давай я тебя заберу с собой. Я его освобожу, ребят, уже на самом верху. А ключики, туда же два ключа. Давайте возьмем их оба. Один, наверное, нам сейчас понадобится. Для того, чтобы открыть вот эту дверь и пройти дальше. Отлично. И здесь у нас всякие разные миньоны. Здравствуйте, здравствуйте. Опа-на, это что за толпучка там? Это что за адские демоны? Здесь что за... Вообще страшилина, я не хочу здесь находиться, здесь реально страшно. Это как будто чуваки из психбольницы сбежали, это какие-то адские демоны. Смотрите, как их там много, я даже с ними сражаться не буду, их реально очень много. Так, если я их выпущу, а обратно я их уже не загоню. На тебе, миньон, получай, получай, давай на тебе. Сейчас я вас тут всех раскидаю, одолею, пам-пам-пам-пам-пам. Сейчас. Так, давайте возьмем меч и вот так вот. Ну, а тебе получай. И тебе тоже. Ай-яй-яй-яй-яй, бежим. Аккуратно. Вот этот, кстати, ниндзя. У него есть сюрикены, которыми может бросаться. И ты тоже получай. Слушайте, у меня очень интересно стало, сколько у них хп. Давайте попробуем сломать.
Извини, надеюсь, ты не... А, так они вообще легкие. Давайте попробуем их всех замутузить. А, стоп, а как это потушить? Это не тухнет. Стоп, подождите-ка, они не восстанут обратно? Я попытаюсь их всех сейчас замутузить, но... Не знаю, я вообще ничего не понимаю, не вижу. Так, я их победил, но, как вы видите, они лежат. То есть, они сейчас обратно встанут. Это очень плохо, надо срочно отсюда сматываться. Все, а, он восстал обратно. Все, убегаем, убегаем. Вернулись мы, ребяточки, обратно. Срочно давайте освободим нашего друга Миньона. Друзья, как вы видели, эти адские монстры восстают. То есть, они бессмертны, они возрождаются. Но мы спасли Миньона и Соника. Посмотрели на самые кривые разноцветные дома в Майнкрафте. Я надеюсь... Эта рубрика вам должна была понравиться. Если это так, ставьте обязательно лайк, подпишитесь на мой канал. С вами был Зомбак, всем удачи и до новых встреч. Всем пока-пока. И снова привет. Нажимай на эти видео, иначе я приду к тебе ночью.